Вітаю вас, друзі. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Ми працюємо в прямому ефірі. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – Святий вечір, який ми з вами переживаємо. І у нас в студії заступник голови інформаційно-просвітницького відділу Миколаївської єпархії Ірий Андрій Чиженко. Отець Андрій, здравствуйте. Поздравляем вас с рождественским сочинником. Сейчас мы переживаем Святой Вечер, или, как говорят в народе, рождественский сочинник, или, как говорят в народе, Святой Вечер. Отец Андрей, такие удивительные минуты, которые мы сейчас с вами переживаем, потому что до Рождества осталось совсем чуть-чуть, и просто в воздухе уже звенит Рождество, наверное. Да, телезрители, если вы внимательно прислушаетесь, то вы сейчас услышите, как в воздухе звенит Рождество. Дорогие братья и сестры, ну, действительно, это так, потому что самые два больших праздника в году, которые очень похожи друг на друга, как братья-близнецы, это вот Светлое Воскресенье Христово, Пасха, и Рождество Христово. Я вспоминаю Пасху вот на приходе своем, когда я прихожу, это было вот, уже прошла Страстная Пятница, и пришла Великая Суббота, то есть я захожу в храм готовиться к Пасхе, и иду по аллейке, и вот впервые услышал птиц, вот как они щебечут, как они, ну, кажется, никогда птицы так не щебечут, как на Пасху, потому что, как сказано, да, на утренне на поле аллеи, всякое дыхание дохвалит Господа. И действительно, вы очень правильно заметили, что если бы человек, который часто по своей гордыне, каким-то немощам, заботам, не замечает вот этого ощущения, когда всякое дыхание хвалит Господа. Однажды у меня был такой случай, тоже мы ходили с плащаницей на Страстную Пятницу, чин погребения плащаницы, на утреннее уже, вернее, Великой Субботы, вокруг храма. И я иду с плащаницей, то есть чувствую, что прихожане как-то удивлены, вот какое-то немое удивление происходит. Ну, прошли мы, послужили утреннюю, а они потом говорят: «Батюшка, мы видели такое чудо, действительно, как раз гнали коров как бы в стадо, и коровы стали, когда проходил я не видел их, потому что я шел под плащаницей. Пастух стегал их хворостиночкой, но он не мог их гнать. Они стали и поклонились плащанице». Что, вот по-честному? Ну, это серьезно было, то есть это мне прихожане рассказывали. Они стали и поклонились плащанице. То есть они, пока я наш крестный ход с плащаницей не обошел храм, ну, вот как бы они стояли, пока мы не скрылись, а потом уже пошли. То есть это действительно такие моменты, которые... Они есть. Вот это действительно всякое дыхание дохвалит Господа. И вот Рождество Христово – это действительно праздник, который очень похож на Пасху, потому что это начало Пасхи, начало воскресения всего человечества, да, Рождество Христово, да веселится всякая тварь. И, конечно, вот если Пасха предваряется Страстной Седмицей, как писал Борис Пастернак, смерть можно будет побороть усилием воскресения, да? Точно так же и Рождество Христово предваряется как бы рождественским сочельником, или, как в народе говорят, святвечером, и днями, которые предшествуют рождественскому сочельнику. То есть где-то примерно с понедельника, не примерно, а с понедельника по пятницу рождественский сочельник. Его как бы часто в литургике сравнивают со Страстной Седмицей перед Пасхой. Почему? Потому даже вот в богослужебном смысле... Это где-то со 2 января по 6 января, со 2 января, да? По 6 января, да. То есть, как бы, во-первых, усугубляется пост. То есть ничего нельзя есть, а только пища растительного происхождения в эти дни. Во-вторых, так же, как в Страстную Седмицу, так и в Рождественский Сочельник до первой зори, то есть как бы до вечерни, ничего не естся, не вкушается вообще. Только по немощи, может, там водички, чайку, хлеба, если уж там какая-то болезнь у человека, или там он сильно уже хочет есть, не может выдержать. Ну, а так надо стараться не кушать до конца вечерни, до Рождественской звезды ничего. То есть, как бы,
никаких продуктов. И точно так же специальное богослужение вот в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы высокопочтеннейший митрополит Николаевский Очаковский Петерим вот, во главе с соборным духовенством всегда служится три песни с рождественской. Точно так же, как в дни Великого Поста служится три песни с великопостной, то есть три оть. И поэтому эти дни, они очень похожи. И вот рождественский сочельник – это, грубо говоря, страстная пятница, да? То есть, когда в страстную пятницу, ну, как бы радостная страстная пятница, если так можно сказать. Ну да, потому что в страстную пятницу как да. бы не до радости, она ну, не то что угнетает, да. но ты понимаешь, насколько это великая скорбь. Да, но они очень похожи, вот, то есть, там смерть, которая уже звенит, как вы говорите, воскресеньем, вот скоро, это же не просто смерть и конец. Понимаете, страстная пятница, положили, закопали и так дальше, так дальше. А это смерть, которая звенит уже воскресеньем, уже тишина Великой Субботы напоена фаворским огнем, который сошел, она напоена, я прошу прощения, напоена Пасхой, Светлым Христом Воскресеньем. И точно так же здесь, вот это вот, как бы мы находимся внутри Рождественского Сочельника, внутри той пещерки, да, не того вертепа, который, по словам нашего великого святителя Дмитрия Ростовского, украинца, нашего земляка, он сказал, и простая каменная пещера стала небом. Почему? Он сам задает себе вопрос, если Дмитрий Ростовский сам отвечает, потому что там, где Бог, там и небо. Понимаете? И вот мы как бы находимся, все православные христиане, вот находятся внутри этой рождественской пещерки, как бы в предвкушении Рождества, великого чуда Рождества Христова, понимаете? Когда вот вдруг это произойдет чудо, когда легко, радостно, без никаких усилий и скорби Пресвятая Богородица рождает Спасителя, разверзаются вдруг небеса, пастухи видят огромное бесчисленное количество ангелов, которые поют эту прекрасную песнь, которая всегда поется на утренне. Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человецах благоволение. То есть, почему так? Слава Вышних Богу. То есть, Вышние, то есть, высшие ангельские чины славят Бога. И на земле мир. И вот Бог рождается, и Он пришел на земле мир, принести земле спасение. И в человецах благоволение. То есть, как бы, благая воля Христа, она спасает людей. То есть, рождается вот, благая воля Бога, она опять возрождает человека, она его исцеляет искупительным подвигом Христа, и снова приобретается новый союз, новый договор, новый завет заключается с Богом. Вот как бы такая догматическая история праздника. И поэтому, конечно, этот момент очень жалко. Мы же говорили в одной из передач, спасибо телеканалу, что они выходят, руководству телеканала спасибо, что эти передачи выходят. Как бы мы уже говорили о том, что как бы вечерю, вот этот рождественский свят вечер, рождественский сочельник нельзя упустить. Ну, его нельзя разменять на какие-то суету, да? Какое-то хождение по гостям, какие-то там празднества, возлияния, тем более, объедения. Нельзя этого заменить. Его надо, понимаете, провести в храме. Все делается, максимальные усилия святых отцов, они направлены на то, чтобы рождественский сочельник был проведен в храме. Вот какая задача. Почему? Потому что начинается богослужение 6 числа ранним утром, читаются великие часы, на которых читаются рождественские паремии, рождественские апостолы, рождественские евангелия. Потом идет вечерняя, соединенная с литургией святителя Василия Великого. Потом идет как бы маленькая передышка, начинается великое повечерие с литией утренняя, с канонами праздника, полилей, величание. И как бы тогда уже можно немножко отдохнуть, выносится торжественно из алтаря подсвечник с вожженной свечей, который символизирует Рождество Христово, и тогда уже можно немножко передохнуть. Вот Рождество уже засияло, оно вот есть. И вот этими трепетными моментами мы и живем, понимаете, но не, так сказать, не тем, что
как-то ходить в гости. Это советская традиция. Просто когда люди запрещали праздновать Рождество, не было богослужений в храмах, они праздновали как умели. Но на самом деле, понимаете, делается такое лукавое, сделало такую страшную хитрость. Смещение акцентов. Смещение праздника, не просто акцентов, а да, ну правильно, смещение акцентов внутри человека, то есть смещение праздника Рождества Христова, когда 7 человека, января человек должен стоять на литургии, желательно исповедоваться, причаститься, он празднует Рождество Христова 6 января, как бы максимально отдает свою энергию, отдает свою душу, как бы свое сердце, свои психические силы 6 января, а 7 января оно уже пролетает, оно проскакивает, как поезд. Промчалось, ну, Рождество, ну и все, понимаете. Вот что страшно. Отец Андрей, ну вот вы говорите, что 6 числа желательно быть в церкви, да, и да, утром большие службы, да, и вечером, но не все. Вот мы сейчас с вами сидим в прямом эфире, мы не в церкви, мы в прямом эфире телеканала «Николай», для вас. Сидим. Мы же в перерыве сидим, телезрители. Правильно, но есть люди, которые работают, причем рабочий график разный. Есть люди, которые по немощи не могут прийти в церковь, но душу-то настраивать свою всегда нужно на Рождество. А я вам скажу, знаете, хорошее вы сказали, по немощи не могли прийти в церковь, но я был в паломничестве, в паломнической поездке, но вот по Чайве. По благословению Владыки Петерима, очень большое спасибо ему большое, прекрасная была поездка, сугубо такая духовная и очень хорошая. Ну, и вот там была бабушка, 80 с чем-то лет, которая поехала в паломническую поездку. С вами? Со мной, с нами, да, с нашей группой. Она за 80 лет, она исповедовалась 2 раза, мы были в субботу и воскресенье, причастилась 2 раза. Отстояла 1 раз всеночное бдение, отстояла литургию, отстояла огромное длинное всеночное бдение Свято-Успенской Почаевской лавры, которая длилась около 5 часов. Причастилась на литургии, но, понимаете, и поехала, выдержала все это. Вот здесь дело не в возрасте, понимаете, душа человеческая всегда молода. Душа человеческая всегда молода. Свойство души – это как бы огонь. Это вот святые отцы говорят о ней. Душа всегда горит. Ну, она пламенеет. Вот как серафим, да, в переводе обозначает пламенеющий ангел, да, он пламенеет любовью к Богу. Вот задача души человеческой – превратиться в такого серафима, который пламенеет любовью к Богу, пламенеет как бы любовью к Богу и точка, то есть это главная задача, и к людям. Если душа человеческая не пламенеет любовью к Богу, значит она пламенеет любовью к телевизору, пламенеет любовью к столу, пламенеет любовью к деньгам. Понимаете? То есть пустоты в душе не может не быть, может, да? быть, она всегда к чему-то пламенеет, то есть она всегда к чему-то имеет пристрастие, такое ее свойство души. Она не может оставаться как бы в таком состоянии, скажем так, ну, она же не мертвая. Тело, оно как бы мертвое, потому что тело освещается душой, оно оживляется душой, как бы как Божьей искрой. И поэтому задача научиться пламенеть любовью, вот как эта бабушка, понимаете? Ну, то есть если мы будем пламенеть любовью к Богу, ну, хоть больной ты или не, ты пойдешь в церковь. А если ты будешь пламенеть любовью к телевизору, любовью к деньгам, то ты найдешь кучу отговорок, массу найдешь отговорок, чтобы в церковь не идти. Понимаете, в чем вопрос? Вот такой интересный вопрос. Но на чем рождалось то, что вот священники, вот эти предреволюционные все, я иногда себе рассуждал, предреволюционные всякие моменты, когда вот священники обвиняли, что они такие, всякие, там и так дальше, и так дальше. Люди не хотели ходить в церковь. Но на то время в Москве праведный Алексей Мечеев служил 8 лет в пустом храме. В Москве, в столице Российской империи. Не хотели ходить в церковь. Конечно, оно будет рождаться. Почему? И человек, он же себя оправдает. Он да, не скажет, что, не скажет, всегда, что виноват конечно. Я сам. Он скажет, виноват батюшка, виновата и Лидия Петровна, которая там мешает, она не так на меня смотрит, виноват там тот-то, виноват тот-то. Ну, только вот, понимаете, такой момент. Но, конечно, есть люди действительные, которые по немощи не могут, а прикованные к больничному и койке какой-то, или там... Ну, действительно, по немощи не могут. Но тут хочется сказать варианты жития. Человек всегда найдет время, если он хочет пламенеть любовью к Богу, он будет ее пламенеть. Случай жития, не жития, правда, Матроны Московской, был случай такой. Вот два
Кстати говоря, ну, житие праведной блаженной Матроны Московской. Вот она, как бы, отец не пошел в храм, ну, по какой-то причине, ну, там, не знаю, в воскресенье. А мама блаженной Матроны Московской пошла в храм, но она в храме думала все время об отце, который не пошел, не пошел в храм. Ну, как бы, как жена всегда мужа ласкает нежно, любя внутри себя, да, скажем так, то также она его ласкала внутренне, переживала, как он там находится дома, бедненький один. А он, наоборот, находясь дома по необходимости, он молился. И он как бы переживал внутри литургию. И когда мама вернулась домой, то праведная блаженная Матрона Московская, она сказала, что как бы вот отец был в храме, провидица, да, прозорливица, она святая была еще с детства, то есть как бы у нее был этот дар, то вот отец был в храме, а ты, мама, не была. То есть на самом деле не важно, конечно, ты здоров, ты должен идти в храм, но ты можешь найти время, место помолиться. Мне как бы рассказывали случай в Кривом Роге, шахтер на шахте, который... Ну, он не мог не пойти в забой на светлое Христово воскресенье. Ну, не мог, это понятно, да, как... Ну, не может он не пойти, это смена, ну, работа, и он пошел. Конечно, работа, да. Смена, да. Так он на шахте, говорит, после него, на светлое Христово воскресенье, вся его вот этот вот участок, где он работал, он был залеплен воском. Потому что он покупал, набирал в церкви множество свечей, и он их возжигал, и как бы зажигал, и у него была там Пасха. Понимаете, он работал. То есть Бог, Он все равно же везде. Как говорится, говорили наши предки, Бог не в бревнах, Бог в ребрах. И вот это, конечно, главная наша задача, вот это метаноя, изменение себя, то, что предлагает Святая, Единая Святая Соборная Апостольская Православная Церковь. Изменение себя внутренне. Зачем даются праздники? Разве, вот да, логически, разве Рождество Христово не произошло? Оно-то уже ведь произошло. Разве спасение человечества не произошло? Оно-то ведь уже произошло. Совершился искупительный подвиг человека. Он-то совершился уже. Но зачем же мы опять как бы его снова, каждую службу его повторяем? И переживаем. И переживаем. Затем, чтобы мы себя ввели в это состояние, в это переживание праздника. Затем, чтобы мы там оказались в это, как мы уже говорили с вами, в этой пещерке Вифлеемской, возле этого ослика, возле этого... бычечка, возле этого праведного Иосифа Обручника, чтобы мы заглянули в эту колыбельку и увидели там Христа Рожденного, понимаете? Вот в чем суть состоит праздника. Отец Андрей, вы знаете, интересно, вы действительно, каждый человек должен лично пережить вот эту встречу со Христом. И Рождество Христово дает нам такую удивительную возможность пережить личную встречу с родившимся Христом. Но за суетой, за беготней, за бесконечными проблемами часто упускают вот эту радость, которая раз и ушла. Она как птица, если ее спугнуть, она улетит. Не понимаете, то есть не Бог отлагается от человека, а человек отлагается от Бога. Да. То есть имеется в виду, что, знаете, есть такое очень замечательное с апостола выражение, которое епископ Тихон Шевкунов использовал в книге своей, очень, кстати, замечательно, «Не святые святые». Это концовка книги. И он говорит, Христос как для, и для нас, и для апостолов, так и для нас один и тот же. Понимаете, он не исчез, он не испарился, он так же, как находился с ними, только зримо, так же находится и с нами, только незримо. Да, но понимаете? Люди перестают его слышать. Люди перестают его слышать, потому что у них нет навыка молитвы часто. Ну, то есть человек не вырабатывает себе навыка молитвы. Что имеется в виду? Имеется в виду, что, понимаете, проблема человека и вообще проблема, конечно, современного человека. Не просто человека, а современного человека – что он не живет, а он как летит, как тот Мерседес 600 на какой-то совершенно дикой скорости, он не живет. Он как бы летит куда-то вот на такой очень огромной скорости, куда-то непонятно куда несется, он нагружает себя огромным количеством дел каких-то, понимаете, он падает под этими делами, но все равно, и он спешит даже не сколько внешне, сколько внутренне он спешит. И в этом проблема современного человека, потому что, понимаете, проблема психологическая. Это не мои слова, это слова святых отцов. Они учили, преподобные подвижники египетские, они учили, что человек должен уметь влезть себе под кожу,
Что означает влить себя под кожу? Не жить внешним только. Как Евангелие, как Господь и Бог и Спас наш Иисус Христос говорит, что, ну, то есть, имеющий должен быть как не имеющий. Ты должен иметь, но быть как не имеющий. Будь все время с Богом внутри себя. Что означает влезть под кожу? Человек современный живет либо в прошлом, он думает, вот я того не сделал, того, там то, ошибка там, там, мучить себя, да. Либо живет в будущем, так, мне надо то, он летит, он бежит, он туда, все, короче, с троллейбуса на маршрутку, за компьютер, с компьютера огромный вал информации на него, там интернет, бездна, телевизор, спутниковая антенна, 700 каналов, он, ну, вал, он не, у него душа как бы находится в блокированном состоянии, как бы в состоянии шока все время. Но, понимаете, вот митрополит Антоний Сурожский говорил такие интересные слова, что вот 10 минут побудь наедине с собой, 10-20 минут побудь наедине с собой, сядь, посиди, помолись, почитай свою молитву, подумай, отставь, вот ничего с тебя не будет, 20 минут побыть, у тебя же есть 20 минут, просто посиди, повяжи, что-то порисуй. Вот как бы я знал человека, который вот он расслаблялся тем, что он рисовал церковно-славянские красивую каллиграфию, буквы. Он мне показал однажды тетрадку, исписанную на все такими церковно-славянской вязью. И когда человек научится быть наедине с собой, он научится быть наедине с Богом. И тогда у него все будет хорошо. Конечно, церковь очень стимулирует, потому что церковь – это сугубое, акцентированное обиталище, вместилище Святого Духа, которое изливается на человека. Эти благодатные дары, они изливаются на человека. И вот когда человек, он перестанет спешить, он поймет, что как бы, самая главная задача – научиться быть наедине с Богом. Тогда вот он и почувствует эту радость Рождества. Но для этого надо внутренне остановиться. Остановиться на секундочку. 10 минут утренних молитв, 10 минут вечерних молитв, ну 20 пусть. Апостол Евангелия, богослужение, остановиться по мере возможности, сколько кто каждый может. И оно как бы, потому что иначе человек несчастлив, он пыхает, инфаркты, инсульты, падает, нервничает и так дальше, и так дальше. Но из-за чего? Потому что единственное здоровье человека, духовное, телесное, заключается в том, чтобы быть, научиться жить наедине с Богом, научиться разговаривать с Богом. В этом главная суть. В этом, конечно, самый большой помощник нас – это светлое Рождество Христово, которое завтра над нами, как солнышко, взойдет. Христос рождается, славим Его. Отец Андрей, и еще есть одна маленькая такая деталька, но мне кажется, она очень важная. Дело в том, что Рождество у нас и Рождество на Западе – это, как говорят в Одессе, две большие разницы, потому что там все сияет в огнях, и у них главный праздник Рождества. Это очень прекрасно, это очень и очень радостно, но поздравляя друг друга там с Рождеством, очень часто люди не знают, с каким Рождеством, просто с Рождеством, а мы знаем, что с Рождеством Христовым. Знаете, когда смотришь вот телеканалы, допустим, я с вами согласен, но вот, ну, как бы вот эти рождественские фильмы американские, но я когда-то один раз с ужасом подумал, ни в одном фильме не сказано о Христе. Ни вот. В одном фильме не сказано что-то о Христе. Что-то я же тоже об этом и подумал. Даже сейчас. Нет момента, где-то только может там мелькнуть какая-то фигурка Христа в вертепе. Но нет, вы посмотрите даже, как они поздравляют, как православный человек поздравляет. Христос рождается, славим Его. Как они поздравляют? Ну, то есть, Merry Christmas, да? Счастливого Рождества. Но чего Рождества? И что означает счастливое Рождество? Разве Рождество Христово, оно не счастливое? Да, оно уже само понимаете, по себе оно само предполагает по себе счастливое. Быть счастливым. То есть, оно нельзя, как бы, мы же, если видим луч, мы предполагаем под ним солнце. Но если солнца не будет, луч тоже исчезнет. Точно так же, если мы только сделаем внутри себя из Рождества какой-то уютный семейный праздник, что тоже важно, и это тоже нужно, но не будем видеть его догматическую суть в том, что произошло обожание человека, спасение его Богом, произошло истощение божества, Бог унизился, чтобы возвысить человека и открыть ему двери Царства Небесное, то мы не увидим солнца за лучом. Останется просто светлое пятнышко. Но солнца мы не познаем, солнца мы не увидим, понимаете? Поэтому наша задача – видеть в Рождестве, прежде всего, Христа. Не только открытки, не только елочки мигающие, не только какие-то там еще веночки на дверях.
но видеть в первую очередь Христа рожденного и славить Его. Главное, конечно, очень здорово, когда внешне тоже все украшено и красиво, и вот рождественская елка, и вот эти все гирлянды, и даже веночки на деревьях, ну и на дверях, но все-таки, да, рождественского Христа. Отец Андрей, будьте добры, у нас есть секундочка, чтобы вы обратились к телезрителям. Христос рождается, славим Его, Христос с небес срящите, то есть встречайте. Дорогие братья и сестры, хочется всех нас поздравить с Рождеством Христовым, хочется сказать, чтобы мы видели в Рождестве Христову праздник, праздновали правильно, в церкви, в храме Божием, потом в домах, конечно, исповедовавшись, причастившись и возлюбив наипаче Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, который нас любит безмерно, и ради нас спускается с небес на землю и спасает всех-всех, кто любит Его и кто верит Ему. Спасибо, Господи, с праздником. Спасибо, отец Андрей. Друзья мои, поздравляем вас с наступающим Рождеством. И у нас, у всех есть уникальная возможность побыть в этой пещерке, в которой родился Христос, и тоже стать детьми. Какими детьми? Детьми Божьими. С Рождеством Христовым вас вітаємо, друзі. Щастя, радості, бажаємо. Це була розмова на тему. На все добре.